Сегодня Гулливер оказался одним из 12 торговых центров, в которые пришли тревожные сообщения о минировании. Здесь 13 этажей. Эвакуировали всех с ресторанов, магазинов, фитнес-клуба. Нас оповещали неоднократно, по нескольку раз. И мы вот с тренажерного зала, вот кто в чем. Эвакуация сегодня прошла в торговых центрах Москва, Малина, Балтик-стрит, Бум и не только. Город Новоалтайск, торговый центр ЦУМ. Что-то происходит здесь. Напомним, запугивать школы, детские сады, больницы и торговые центры начали еще зимой. Только в Бийске за февраль минировали более 100 зданий. В Барнауле последние угрозы поступили меньше месяца назад. В краевую клиническую больницу, банки и магазины. Спецслужбам приходится реагировать на каждый вызов, ведь когда-нибудь он может оказаться не ложным. Ощущение неприятное оказаться под завалами или еще оказаться в этом. Потому что по времени прибытия немножечко службы запоздали. Я так ожидаю, что мы бы сгорели, наверное. Про СВА этого не знаю. Скорее всего, откуда-то и оттуда, со Штатов. Кстати, усиленный режим работы сегодня был у служебных собак во многих городах. От Москвы до Владивостока поступали угрозы о заминированных зданиях. Кто же наводит эту панику, будут разбираться следователи. Напомним, за ложное сообщение о теракте грозит до 3 лет лишения свободы. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.